Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine, друзья. И сегодня у меня интересный бонус для вас. Мы будем не просто путешествовать, прыгая с планеты на планету, а конкретно полетаем, да-да-да, полетаем над поверхностью одной интересной планеты. Ну и если тебе понравятся данные выпуски, то мы будем экспериментировать дальше. А перед началом данного видео, друзья, хочу вам порекомендовать канал моего друга и подписчика. Он очень старается. Посмотри его видеоролик, и, возможно, тебе понравится то, что он снимает на канале. Обязательно подпишись. Здорово, бродяга. Я тебе расскажу кратко о своем канале. На этом канале ты найдешь крутые нарезки киллов по игре CSGO. Также ты найдешь разные игры и обзоры на них. А еще механизм скрип-механики и постройки в такой игре, как Minecraft. Ссылочка на мой канал в описании. Подписывайся, бей в колокол. Ну и продолжай смотреть этот прекрасный видеоролик. Пока. Встретимся на моем канале. Ну что ж, друзья, добро пожаловать на борт нашего звездолета. Как я вам и обещал, будет серия по полетам в Space Engine. Ребят, сразу пишите в комментарии, кто узнал, что это за корабль. И вообще, откуда он, кому принадлежит. Вот такой у нас звездолет, на котором мы сегодня порассекаем немножко над поверхностью планеты. Кстати, на планете есть жизнь. Вот. И, возможно, мы увидим что-нибудь интересное на поверхности, я не знаю. Так, конечно, в управлении он немножко тяжеловат, но, тем не менее, я попробую справиться, чтобы вам было удобно во время полета и турбулентность не напрягала нас. Да, ребят, пристегните ремни, потому что здесь бывает штормит очень. Вот такая вот турбулентность у нас бывает. Это если резко бросить штурвал нашего звездолета. Кстати, смотри, красивый вид на спутник. Вернее, не спутник, а планета еще у нас вот такой вот. Я не знаю, как это назвать. Юпитер, субнептун, наверное, скорее всего. Интересный вот такой красивый вид, короче говоря, у нас открывается в нашем полете. Так, но это еще не все, друзья. Вы думаете, что мы просто вот так вот будем летать, да, со стороны в сторону? Мы еще побудем с вами в кабине пилота. Да-да. Это как бы... Вообще, в моей кабине пилота могут присутствовать только VIP-персоны, но сегодня вы у меня все получаете данный билет, и поэтому сейчас мы немножко покружим над поверхностью. Так, где-то были горы, и я хотел прям низко-низко над ними пролететь. Аккуратно, аккуратно. Вот я почему вас предупреждал. Пожалуйста, пристегивайтесь. Давайте сейчас мы развернемся. Сейчас, подожди. Подожди, подожди, резко лево, руля влево, давай, давай, вон туда, да, 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 вот так, отлично, самое главное держать высоту и не упасть на поверхность, потому что мы с вами сразу же разобьемся. Можно, кстати, давай, наверное, сейчас, подожди, я прибавлю скорости немножко, вот так вот даже, отлично. Кстати, какая у нас скорость корабля? 40 километров в час. Ну, маловато, но фиг с ним. Нам пока пойдет. Давайте опустимся пониже. Пролетим прямо над ущельями, над всеми горами. Так, самое главное не разбиться. Набор высоты. Резкий набор высоты. Перегрузка. Посмотри, просто перегрузка адская. 20G была. Обалдеть. Ох, потрясающе. Когда же вообще у нас, интересно, в жизни увидим ли мы перелеты с планеты на планету, с одной звезды на другую? Интересно, когда мы увидим эти путешествия, вообще застанем ли мы их с вами? Так, немножко надо подняться повыше, аккуратно, потому что здесь могут быть ДТП. Аккуратно. Прекрасно летим. Вообще просто шикарно, я бы тебе даже сказал.
Ого, надо, по-моему, набирать немножко высоту. Давай наберем высоты. Вот так, отлично. Чуть-чуть, наверное, правее. И повыше. Кстати, здорово было бы найти здесь где-нибудь воду и пролететь над какими-нибудь реками, озерами, да? Но это как бы пока такое экспериментальный у нас полет, друзья. Поэтому, если вы захотите, то в дальнейшем мы будем летать с вами даже на каких-нибудь звездолетах от компании SpaceX, допустим. Либо еще на что-то более большом, на каких-нибудь кораблях. Так, ну что, я думаю, наверное, друзья, наверное, нужно нам сейчас будет... Сейчас давай-ка мы... В какую сторону нам развернуться? Я думаю, в сторону гор и еще раз пролететь над всеми этими ландшафтами, посмотреть их. Они прекрасны здесь, кстати, да. Так, аккуратно выворачиваем руль и ставим наш звездолет. Ой-ой-ой-ой-ой, перегрузка 12G, от пилота ничего не должно остаться, боже. Ладно, друзья, извиняюсь за такие фокусы, пожалуйста, не ругайтесь на меня в комментариях. А в дальнейшем я поднатаскаю свои навыки в пилотировании в межзвездных путешествиях, блин. Давайте вот, в принципе, здесь, и здесь можно будет уже переместиться в кабину пилота, я думаю, друзья. Ну что же, друзья, добро пожаловать в кабину пилота, VIP, так сказать, билеты куплены, поэтому вы можете поприсутствовать сегодня со мной в кабине и, кстати, посмотреть все виды на эту планету с космического нашего корабля. Это было бы классно, согласись. Так, аккуратнее, аккуратнее мы будем пролетать над этими горами, дабы нам не кувыркнуться. Кстати, да, здесь не так слышны эти двигатели, блин, ужасающие, которые прям давят немножко на психику и мозг, поэтому здесь, видимо, все хорошо изолировано и продумано. Это очень хорошо. Так, немножко давайте снизимся, я думаю. Нам нужно снизиться. Что у нас по перегрузкам? По перегрузке у нас, конечно, просто катастрофические. Вы видите, да? 9.4G. Опа! Опа, тихо-тихо-тихо. 20G словили. Да, наш мозг просто должен взорваться после такого. Ну, я тебе скажу, все-таки, конечно, управлять кораблем не так просто. Нужно постоянно следить за всеми этими параметрами. Блин, это просто... стрёмно, честно я тебе скажу, но летать кайфово, летать просто шик. Ну, я думаю, наверное, можно улетать уже с этой планеты, вылетать за пределы атмосферы, и там уже полетаем, наверное, немножко пролетим над поверхностью, посмотрим на красивые виды сверху, сверху, да, на красоту всей планеты. Так, ну что ж, друзья, мы вылетели с поверхности, мы вышли за пределы этой планеты. Так, и, в принципе, можно посмотреть на планету сверху и на вид, который я, как вам и говорил, у нас неподалеку вот такой вот супер Нептун присутствует. И поэтому мы будем потихонечку улетать с поверхности планеты. Давайте посмотрим... с кабины на все эти виды, друзья. Ну что же, вновь добро пожаловать в кабину пилота. Сегодня VIP-места, друзья. Вот так вот можно посмотреть на эту планету внутри нашего прекрасного звездолета. Кстати, да, смотри, все-таки можно было полетать над реками на этой планете. Да, реки все-таки здесь есть. Я летал где-то над горами, не в том месте приземлился, как говорится. Так, ну что ж, давайте, наверное, возьмем курс. Нет, давайте прямо еще раз немножко опустим нос корабля и посмотрим на эту планету. Небольшие... О, нифига себе там вулканы, посмотри, прекрасно. Правда, потухшие. Они бы прекрасно смотрелись, если бы они были... действующими. Ну что ж, я думаю, наверное, нужно брать курс
наверное, в сторону нашего супер-Нептуна. Вот наш супер-Нептун. Давайте аккуратно будем выравнивать наш корабль. Конечно, управлять за пределами уже немножко сложновато. Гравитация сказывается, которой здесь вообще нету. Тем более, ну, скорость, сколько нашего корабля? Так, 40 км в час? Нет, этого не может быть. Мне кажется, скорость наша намного больше. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравилась данная серия. Вот. В дальнейшем мы с вами полетаем на других каких-нибудь кораблях, станциях, даже, возможно, над другими чудесными планетами. Ну что ж, друзья, наше путешествие не заканчивается, а я полетел дальше, друзья. До новых встреч. Пока.